На самом деле это очень трудный вопрос, но самое главное во внешности парня — это чтобы рост был от 185, чтобы глаза были светлые и длинные ресницы, большие губы, светлая кожа, ну чтобы не смуглая была, вот, среднее телосложение, волосы, чтобы были, ну, блин, не знаю, обычные, ну, такие чуть больше средней длины. Что еще? Чтобы он хорошо одевался, чтобы были красивые руки, чтобы был прямой нос и, не знаю, в характере для меня важно это харизма, хорошее чувство юмора, чтобы он слушал такую же музыку, как я, ну, в смысле, хорошую музыку, чтобы поддерживал меня во всем, чтобы, ну, моментами был немного грубым, чтобы он был хорош в сексе, для меня это очень важное в отношениях. Что еще важно? Чтобы... Не знаю. Неохота думать. Чтобы не запрещал мне курить. Все что угодно, лишь бы не запрещал мне курить. Но еще у меня таких людей не встречалось. Вот. Ну, в общем, самое главное, чтобы было доверие. Не знаю. Ну, трудно этот вопрос на самом деле.